26 июля 2011 года к нам пришел самый наш дорогой гость Василий Гаврилович, музыкант, сам на всех инструментах он играет, и аккордеонист, и там на домре, на балалайке, на этой, на мандолине, на чем хочешь играть, да? Ему уже 83 года будет, а сам выглядит как огурчик, бегает так, что не догнать меня, бежал по улице, не мог догнать, спортсмен. А мы тоже всей душой должны ему сыграть. Сейчас Алексеев Андрей что-нибудь сыграет ему, давай. Да.